залах Академии художеств СССР выставка произведений Николая Рериха, посвященная столетию со дня его рождения. На открытии выступил сын выдающегося живописца Святослав Рерих. Заместитель министра культуры СССР Попов отметил, что эта выставка явилась символом дружбы советского и индийского народов. Посол Индии в СССР Шелванкар зачитал текст приветственной телеграммы премьер-министра Республики Индии Индиры Ганди. Святослав Рерих привез из Индии около 130 полотен, принадлежащих кисти его отца. В этих произведениях гармонически слиты темы величия природы и величия человека. Впервые перед советскими любителями живописи предстало столь полное собрание картин Николая Рериха. В те же дни в Москве проходила выставка полотен Святослава Рериха. В аллегорических композициях, исполненных в своеобразной декоративной манере, художник обращается к темам современности, к людям и природе Индии, ставшей его второй родиной.